Некоторые пользователи сети решили, что Чангук из BTS был не в меру активен после того, как попал в аварию, и ему не стоило публиковать посты в Twitter в тот день. Напомним, что на нынешней неделе в Big Hit Entertainment огласили в том, что Чангук стал участником небольшого ДТП. Ни он, ни водитель такси не получили серьезных травм, а потому они мирно разошлись. И всего через несколько часов певец залил в Twitter кадры из игр. Многие фанаты успокоились, узнав, что с их кумиром все в порядке. Однако были и те, кто начал упрекать певца. Они отметили, что Чангук не раскаивается. Он публиковал посты по играм, будто ничего не произошло. Он ведет себя так, будто не нарушил закон, не врезался в машину и не причинил никому вред. Это он так размышляет о своем поступке. А что думаете об этом вы? Правильно ли ведет себя Чангук? Или ему не стоило себя так вести? Пишите в комментариях. Интересно услышать ваше мнение. Подпишитесь на канал и не забудьте поставить лайк, если хотите увидеть больше таких видео. До новых встреч!